выбираю Лексу, потому что Лекса, она на таком приятном, натуральном, хлопковой, на натуральной хлопковой основе. Ты ее надеваешь, и просто как будто мама о тебе заботится. Вот если вы любите мягкие костюмы, если вы любите, ну, я не назову его теплым, но очень комфортным. Друзья, посмотрите, какие ребаны, качество отличное. Вот я себя намного лучше чувствую сейчас в натуральных тканях. Подойдет это тем женщинам, которые выбирают прежде всего комфорт, уют, даже вот так скажу, уют, друзья. Ты знаешь, Надик, я тебе добавлю, я помню, как спортивный костюм Лекса впервые полгода назад появился на наших экранах и в нашей студии. Все наши сотрудники налетели на него и думают: слушайте, а ты что, хлопок? Это значит, спортивный костюм будет дышать. А что еще нам для счастья нужно? Вообще, первый раз я встречаю спортивный костюм, назовем его так условно, на самом деле это костюм для любых случаев жизни. Первый раз я встречаю именно таких необычных расцветок. Но голубой, как у меня, а есть еще варианты, давайте посмотрим. А тебе очень к лицу, у тебя голубой цвет глаз, да, классно, молодец. Дорогие наши, у нас три цвета на выбор, 1999 рублей. Это целый комплект. И курточка, и штаны. Это следующий цвет под названием терракотовый, розовый. Посмотрите, здесь очень интересный принт, мне он очень нравится. А сейчас внимание на наших танцующих девчонок. Оп, какие красотки, смотрите, дорогие наши. Вот и третий цвет присоединился к Надежде. Да, у меня вот синий, голубой, у Марины фиолетовый цвет. Посмотрите, как ей идет. Хотя я блондинка, Марина шатенка. Здесь есть удобный капюшон. Выйти на улицу, повесить белье зимой сейчас не проблема, друзья. Если у вас на дома наоборот холодно, дубр стоит, вам нужно согреться, тогда выбирайте на натуральной основе костюм спортивный Лекса. Ты знаешь, вот, Наденька, было же 5 цветов на выбор, до распродажи дошли только 3 цвета, это радует, это уже победа, потому что, как правило, на распродаже вообще цветов выбора не бывает, и размеры не все у нас, внимание, от 44 до 58, 3 цвета на выбор, целый набор, спортивный костюм. И 100% хлопка думать нечего. Такого предложения нигде не найдете. Меньше 2000 рублей. Это новогодняя распродажа. Больше этого предложения не будет. Кстати, это, да, спасибо, Олечка, за предупреждение. Я хочу сказать, что у нас костюм Лекса, как правило, берут мамы и дочки себе вместе, потому что у нас есть как сочные цвета для молодых девушек, для женщин молодых, а также есть и более консервативные. Например, фиолетовый я отношу к консервативным цветам. Марина сочетает этот комплект с полукедами Портман. Мы о них чуть позже поговорим. Но я выбираю тоже яркий цвет для молодых, энтузиастных, энергичных. Это голубой необычный. Не ищите таких цветов, нет в продаже. И коралловый, вот один из самых классических, я рекомендую женщинам в возрасте или женщинам с опытом. Ну, ты знаешь, вот наша Юлия Колосова выбирает именно коралловый цвет. И вот давай немножечко вперед заглянем и полгода назад отмотаем. Вот Юлия Колосова на пикник ходила в спортивном костюме и всегда делилась своими ощущениями. Нам подсказывают, что название правильного цвета малиновый. Малиновый цвет. Это выбор Юлии Колосовой. Она давно уже носит Лексу. Когда приходит на работу в нем, я говорю: слушай, ты его что, не стираешь? Ты его как-то законсервировала что-то. Вот скажи, да, пожалуйста, почему краски при стирке не стираются? Ну, ты знаешь, я тебе так скажу. Во-первых, Юля правильно делает. Она стирает на 30 градусов. А так ты действительно смотришь, она и ходит в нем, и ходит, и ходит. Ты думаешь, да что ж такое? Он не меняется просто. На самом деле, после стирки не изменится, не полиняет, не вытянется. Вот в чем плюс этого спортивного, и не только, друзья, костюма Лекса. 3 цвета сейчас выбирайте, потом не будет. Тем более, что, Надь, посмотри, не будет такой скидкой, 2200 рублей. Смотри, скидка превышает, да, стоимость сегодняшней стоимости, да, костюма. Это хорошая новость, 44-й фиолетовым закончился, друзья. Выбирайте для себя малиновый или голубой, если вам нужен 44-й размер. Другие размеры пока в наличии. В 52-м размере только один, что один цвет, уважаемый продюсер, один костюм у нас остался в 52-м размере во всех цветах. О, то есть, кто носит это? 52-й? Вы можете выбрать сейчас расцветку. Спешитесь, потому что кто-то вас сейчас опередит и не сможете выбрать цвет. 52-й размер. Надя, носит, звоните. Представляешь, обидно, вот сейчас соседка сидит, смотрит наш телеканал, чтобы, ну что, заказывает же Лексу. Да. А вот вам, я к вам сейчас обращаюсь, а вам не достанется ваши Лексы и 100% хлопка. Посмотрите, какая вы будете красавица. Позвоните в наш колл-центр. Звонок бесплатный даже с мобильного телефона. Уточните, есть ли ваш любимый цвет в наличии, есть ли ваш размер в наличии. Ну, смотри, что... какой удобный ребанок, позвольте.
позволяет брючкам сидеть достаточно качественно, то есть неплотно, ничего не пережимает. Далее у нас есть капюшон, который нас согреет, если нужно выскочить на улицу, например, накормить собаку, открыть калитку или же пробежаться, снять белье. Друзья, у нас много бывает таких случаев. Вот, кстати, насчет пробежаться. Вот, Надя, не вспотеем, потому что это хлопок. Не вспотеем, вот конечно. Расскажи свойства хлопка. Натуральный хлопок, он впитывает наш пот и препятствует его вообще образованию. Вентилирует даже, если так случилось. Да, вентиляция 100%. Это натуральный хлопок. Ну что ж, дорогие наши, если вы никогда не делали покупок на телеканале Shop & Show, обратите внимание, что сегодня на нашем телеканале новогодняя распродажа! Посмотрите, какая скидка сегодня действует на костюм спортивный Лекса. Надя, скидка превышает стоимость нашего костюма. Ну что ж, это неудивительно, ведь распродажа у нас заключительная, крайняя в 2015 году. Эти цены, возможно, вы видите в последний раз. Да, сделайте свою первую покупку на телеканале Shop & Show. Это очень удобно и выгодно. Смотрите, перед Новым годом вы сейчас не бегаете по магазинам. Во-первых, цены там сейчас пикуй, там никаких распродаж нет. Во-вторых, вы остаетесь дома, а значит, экономите свое время и свои деньги. Максимальная скидка. Делайте свою первую покупку.